看我们想不想搞定。Вот сегодняшнее мероприятие приурочено к тому, что День независимости США, да, и пригласили наши определенные элиты, разные, и люди, которые взаимодействуют, может, симпатизируют нынешние условия. Но я пришел сегодня показать такую вот грин-карту людям, может быть, они задумаются, да, здесь написано, то есть что, чему и так далее. Во всех бедах Америка не виновата, но Америка всегда там, где чуть где-то мы поднимаемся, да, с колен, хотим независимую политику вести, да, независимую президента, экономику, сразу почему-то вот американцы вот просто так, в ком городе, начинаются какие-то препятствия. Как всегда, ну, не знаю, ждем приятного, хорошего общения, хотим очень выразить свои поздравления, слова благодарности и консульства за долгое сотрудничество, да, представляем университет, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. Я в первых рядах за родину и за отечество. Я за границей никогда не был, у меня и паспорта даже нет. Я служил в 19-й бригаде подводных лодок, охотился за ихними интерпрайзами. Авианосцы такие есть, знаю, как утопить, вот, в случае чего. Поэтому я пришел просто поздравить. Поздравить, люди же они, по отдельности хорошие, все вместе американцы. Вот. Надоело бояться, оглядываться. Пригласил меня... Консул лично пригласил, мы долго разговаривали о том, о сём. Если бы я боялся, не было бы в прошлом году выставки Санта-Фе. Это, вы знаете, была выставка, посвященная городу в штате Нью-Мексико. Недавно я эту выставку повторил в поселке Кавалерово. Ну, оглядываться, ну я не знаю. Пятая колонна 6-го Газдеп. А, шестерка, что ли? Ну это, да, скорее всего, замысел. Но это не конкретно вас имеется в виду, вообще. А вообще всех? Нет, не всех. Кто себя узнает там и впишет? Патриот. Патриот. Пообщаться с умными людьми. А в России мало умных? Да, да. В России очень много умных. Приглашено, по-моему, 250 человек сюда. Много умных, да. А вот то есть, кроме консульства, никто не может организовать умных людей России пообщаться? Ну, к сожалению, Единая Россия, вот я смотрю, кого приглашает, там как одна треть, это бывшие винни-пуховские, бауловские, то есть много бандитов туда, как вот они говорят, западло ходить, да, нам, да? Поэтому и нас туда они не зовут, они понимают, что мы другого круга люди, да? Притом там я знаю, что одна треть это винни-пуховские, бауловские, где-то одна четвертая часть с купленными дипломами. Ну, в общем, такая публика, которая сегодня называет себя элитой. Вот с такой элитой я не хочу общаться. Вот как вчера показали на Прима-Медиа, что вот местная элита встречается с московскими артистами. Я посмотрел, боже мой, когда я служил в ФСБ, мы же вас хватали, как винни-пуховских. А теперь вы элита. А вот мы теперь, я не знаю кто, вот, наверное, пятая колонна, что ли, нас называет. Я прямо не понимаю.